как-то обособленно надо с ней ставить. От ее суеты, сборов, перекличек, милые, сухие. Они сидят на ветве топами, очком к очку, нюх на пыль, крылок к крылу. Ветер раздувает их перья, припорошенные синими. Пусть они, мои врачи, разлучны. 6. Неразлучны. Врачи создают пары на всю жизнь, и гнезда в них многолетние. И каждую весну, возвращаясь, чистит их, укрепляет своими новыми крутиками. Я на кухне, облокотившись о подоконник, наблюдаю, с каким трудом и как тяжело достается им каждый день. Чтобы доставить ее в гнездо,